А в Казанском федеральном университете весна начинается весьма необычно. Седьмой серия образовательного проекта «Пронаука». И сегодня все желающие могут провести эко-ночь в стенах университета. А вот все подробности мы узнаем у заместителя директора департамента пиара и рекламы Казанского федерального университета Ксении Никитиной. Доброе утро. Доброе утро. Ксения, ну давайте для начала расскажем, что же такое эко-ночь. Даем определение термину. «Эко-ночь» – это научно-популярный проект, который проводит наш университет. Называется она «Эко» с приставкой, потому что посвящена защите окружающей среды. Угу. Что приготовили? Что будет интересного? Будут 15 лекций от преподавателей нашего университета, в первую очередь от Института экологии и природопользования КФУ. Будут лекции от приглашенных спикеров, много викторин, игр и розыгрыш призов. 15 лекций – это за вечер? За всю ночь? Да, в течение вечера. Нет, то есть проходить. Там, видимо, можно выбрать. Или что, или это обязательно? Или прям все подряд 15? 15 академических часов. Нет, конечно. У нас разделены лекции на 3 секции. Угу. И в каждую секцию может прийти любой желающий и послушать ее. Угу. Ну, мы говорим сейчас только вот о лекции, это рассказы, лекции. А вот на практике что-то можно сделать? Я не знаю... пощупать, своими что-нибудь руками, своими руками, да. Может быть, смастерить, сделать. Конечно, у нас будут зрелищные интерактивы, это опыты, эксперименты, химические, физические. Это будет интересно и детям, и взрослым. То есть у нас программа рассчитана... Да, то есть кого вы ждете? Людей каких возрастов? У нас программа рассчитана на разную аудиторию. Думаю, все найдут для себя что-то интересное. Есть еще отдельная секция для школьников. В ней мы расскажем о том, что экология находится в центре профессии будущего. Ну и вообще покажем разные викторины и подарим призы. Ага. О, призы. Ну вот с этого и надо было начинать. Тоже хорошо. А давайте сделаем такую небольшую затравочку. Какие это будут призы? Не нужно рассказывать прям досконально, но примерно хотя бы что это. Призы самые разные и для детей, и для взрослых. От небольших сувениров до больших подарочных карт. Оу. Ну, супер. Давай не будем на это акцентировать внимание. Все-таки люди туда, наверное, идут больше за знаниями. За знаниями, конечно, да. Ксения, если бы у вас была возможность выбирать, как нейтрального зрителя, вы бы сами на какое направление пошли, в какую секцию? На самом деле, это очень сложный вопрос, потому что мне нравится все. Провокационный вопрос, я бы сказала, да. Чтобы не обижать коллег, да? Конечно. Хорошо. Давайте перечислим. Значит, у нас тема экологии, да, самое главное. Да. Значит, мы будем изучать, как устроена наша... планеты, да? Конечно. То есть какие предметы? Вот школьные предметы, да, простым языком. Мы будем изучать физику, химию. Да, экологию, биологию, экологию. Математику. Будем изучать литературу, изобразительное искусство, физику. Ну, кажется, все. Да, смотрите, Ксения, мы, когда мы говорим про науку, это научно-популяризаторский проект, да? Да. Правильно? То есть мы должны простым языком рассказать людям о сложных предметах. Да. Да? Угу. Это здорово. Да, это замечательно, вот когда... Я уже заинтересовалась. Давайте, наверное, уже скажем, в какое время можно приходить и сколько это все продлится. Угу. Это действительно вся ночь? То есть надо у родителей уже отпрашивать, у мужа или у жены? То есть если раньше кто-то отпрашивался, мам, можно я пойду погуляю с ребятами вечером, то мам, можно я пойду поучусь? И вот сюда родители точно должны. Здесь уже, да, здесь уже родителям не отвертишься. Всех желающих мы ждем с 17:30 до 22:30 на Кремлевской, 35. Ага, отлично. Ну что же, практика еще раз. Давайте подчеркнем что-то самое. Физика, что-то взрывать будем, да, с химией? Нет, вернее так, на химии что-то будем сделать, какие-то опыты, да, яркие, ну, красивые. Да. Мы действительно будем взрывать, но это будут очень небольшие взрывы. Ага. Ну, надеемся, да, что все будет безопасно на самом деле и действительно полезно, интересно и увлекательно. Спасибо большое. Желаем вам удачи. Спасибо. Ну и...